Нет, ну меня слегка не то что, как сказать, не то что радует, а смешит в каком-то смысле. Потому что за последние несколько месяцев социалисты с нами практически не общались. А сейчас, когда запахло жареным, они уже не то что общаются, а предлагают даже чуть ли не переговоры, и правительство, и уже все, что предлагают? Хочешь. Хотя, ну, господин Дадон чуть ли не прямым текстом говорит, что давайте переговоры, как-то, что-то. Но когда в ноябре господин Дадон с демократической партией того же Канду и Никифорчука, и Андронаки, и Сырбу, и всех, которых они сейчас так критикуют, вот вместе с ними, рука в руку, они самым подлым образом сняли одно из лучших правительств, которое Молдова имела за все эти 30 лет. И правительство, которое могло на самом деле навести порядок в стране и привести деньги в страну, особенно когда стране это так сильно надо было. Но Дадону не надо деньги для народа. Дадону хватает деньги в кульке, которые он получал у Плохотнюка и многие другие депутаты, и Бахамас, мы все помним. Поэтому то есть партия «Действие Солидарность» исключает любую возможность переговоров о создании коалиции с социалистами. Я правильно вас сейчас понимаю? Да, вы меня правильно поняли.